друзья, сегодня я буду снимать домашний плов. Сегодня Настя приготовила это наивкуснейшее блюдо, которое я готов есть, ну, практически всегда. Также я к плову приготовил 3 огурчика малосольных. Я думаю, будет все очень-очень вкусно. Также я хочу всех всем приятного аппетита. Кто кушает вместе со мной, давайте начинать.
спасибо тем, кто досмотрел его до конца. Всем приятного аппетита, крепкого здоровья, ну и хорошего настроения. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч.